всех приветствую на своем стриме, с вами Фанат Рока, и сегодня будем комментировать Natus Vincer Alternate Start Series 5 сезон. Сейчас забили быстренько в группе. И все, врубаю Steam. И ждем, когда же прибудут обе команды. Ожидаем их сейчас увидеть в полном составе, конечно. Вчера на Свинсере Нави, то бишь, да, выиграли самую лучшую команду. Это НИП. Сейчас они на третьем месте в групповом этапе. Их обгоняют The Nation и НИП. The Nation сыграли 15 игр. То есть все свои игры сыграли и сейчас занимают второе место. А на Свинсере, сыграв 13 игр, занимают третье место. То есть у них есть большие шансы войти в топ-2 сильнейших. А у НИП, конечно же, они смогут выиграть всех своих соперников, я думаю. С нами у них что-то не получилось на Дасте втором. Так, если будет лагать, вы мне скажите, пожалуйста. Сегодня буду стримить только два матча. Это Alternate Attack против Natus Vincer и Natus Vincer против Virtus Pro. И сегодня Natus Vincer надо обязательно выигрывать Na'Vi, чтобы попасть в четверку сильнейших и выйти в плей-офф. Потому что только 4 из 16 команд группового этапа выйдет из группы, попадет в плей-офф и поборется за заветные... Да, привет, Фостер. Когда твой молчит, пока что. Надеюсь, пока что. Надеюсь, они тоже сегодня будут вместе с нами. Так, обе команды ready. Я вырубаю музычку. И для вас сегодня Фанат Рока. Только для вас. Ну, еще там слэм, там швейцарцы, англичане. Очень много кто стримит, да. Но на СК2 ТВ, на КСПЛ только я. И это, дамы и господа, ножи. Будет играться, видимо, карта DDoS 2. Купили кассеты декой. Чё? Что? Что? Ждут последних своих мейтов Na'Vi. И что у нас сейчас будет? Кто будет выбирать сторону? Пошли первые кабанчики. Пока что я вижу, как... Ой, Alternate Attacks неплохо нарезают Na'Vi, и, скорее всего, они начнут за террористов, потому что это Т-мапа. Да, они забрали выбор стороны себе. Посмотрим, будет ли свап, или они останутся за трудную сторону. Да, они останутся за трудную сторону, они будут сейчас защищаться. Посмотрим, составы команд в данный момент это... ESC Gaming, не-не-не, не та у меня страничка открыта, совершенно не та. ESC Gaming выиграли, кстати, фейс по ТП, по техническому поражению, дали им... Не знаю, что там именно у них случилось. А составы Natus Vincer, Эдвард, Маркелов, Зевс, Сеня и Старикс, как и всегда. Пятерка, которая пришла из CS 1.6 и сейчас карает CSGO по всем фронтам просто. И Alternate Attacks... Феликс, Ракс, Олег, Кристал и МНЛ. Напомню, что Natus Vincer это украинская команда, а Alternate Attacks немецкая. И что у нас делают террористы? Два на простреле, Марик идет в сторону А, а Старикс, Сеня уходит у нас в верхнюю темку. Лагает по-жесткому. Нет, у меня лично ничего, нет никаких лагов. Фостер, только у тебя, может быть, у тебя плохой интернет, или, я не знаю, пакет теряется. И это, кстати, минус 2, пока я читал, что у Фостера лаги. Фостер, извиняюсь. Минус 2 от Natus Vincer, Рак и Феликс отлетают, причем кто убийца, Старикс и Эдвард, у них по 100 хп, Сеня 97. И это большой, сильный затар. Сейчас 2 Солика и МНЛ будут встречать Зигу, и тут начинается стычка. 24 хп у Солика, кидает он флешку. Кристалл непонятно, что вообще творит. Он сейчас будет со Стариксом воевать.
Нет, Старик сейчас получит свое, да, получает. И МНЛ с Кристалом против четверых будут пытаться сейчас отжать по полной программе. Навряд ли у них, конечно, это получится, но смотрим. Да, минус от Зевса, и Кристал остается один, 72 хп у него. А где основной чатик? Якобсони, все, извиняюсь, долго что-то тупил. Это 1-0, первый раунд за Natus Winsor, и, скорее всего, у нас пауза. Там, господа, пауза, не знаю почему. Основная часть на СК2 ТВ и КСПЛ. Первым, конечно же, читаю СК2 ТВ. Да, все, отпустили у нас паузу. Не знаю, что... Это интернет? Не знаю. Вот, пожалуйста, напишите единичку, у кого не лагает, и нолик, у кого лагает. Я хочу посмотреть. Просто я сегодня только перешел на Twitch. А, Сони, ты вот хотел в стримера, да, у нас КСПЛ, или я ошибаюсь? Ну все, Вейка не лагает, мне это достаточно, в принципе. Хотя, если будет сейчас много ноликов, и это выход по ДЛ, МНЛ, и лагает только, если только GoTV, это не в моих, так сказать... Ну все, да. Два нолика, 5 единиц, 6 единиц, 7 единиц... Ну все, значит, все-таки либо интернет, либо пакеты от Твича к вам плохо поступают. Слив у команды Alternate Attacks. Посмотрим, как они распределились. Да, они, конечно же, на... А, конечно, выход по ДЛ, все вместе, пятерой. Никого же нету, никого. И решают Natus Winsor отойти подальше, поиграть от минуса. Все-таки у них два калаша есть, у Сени там рандом пушка. Да, вот попросили паузу, пауза была поставлена. Первая пауза вот за последние... За последнюю неделю, наверное, я вижу. Первый раз, что паузу ставили. Так, и что у нас? Идут по зиге террористы. Марик не чекает, но тот его прикрывает. Сеня! Ай, гоу! Опять пауза. Опять пауза стоит. Давайте посмотрим вообще, что у нас творится. Кто... Так, у нас Нип не сыграли две игры. Нави не сыграли две игры. Virtus.pro одну, Alternate Attacks две игры, Fnatic две игры, SC Gaming две игры, 3D Max две игры, Mousesports три игры, Imaginary Gaming три игры, Anexis три игры, Face две, Kirchnet четыре и Russian Roulette. Итого получается, у нас еще должно быть 8 матчей, дамы и господа. Как минимум 8 или 9, я плохо посчитал. Математику нет, не учил ни разу. В школе? Математику? Не слышал. Luxis Gamers TV. Здравствуй, друг на Good Game, который молчит. И, дамы и господа, у нас пауза. Также у нас сегодня будет Na'Vi против Virtus.pro. Virtus.ам нужно срочно просто сейчас сидеть на ТМ, разминаться по полной программе, чтобы выиграть Na'Vi. Na'Vi неплохо себя показывают, даже сейчас, да, Alternate Attacks разбомбили в первом раунде. Эдвард и Зев сделали по 2 килла, и только Кристал смог убить бедного Старикса в спину с нижней темки. Школа, не слышал. То же самое. Что же у них там произошло? Кто попросил паузу? Паузу попросили Alternate Attacks. Кстати, интересно, что они решили за КТ начинать. Все-таки DDoS 2 это теровская мапа. Здесь очень легко и просто... Ну, все уже знают раскидки. Тем более про наши профессионалы. 16 лучших команд в Verigames. Не знаю, что у них там случилось. Может быть, с пятым проблемы. И они получили 15 технических поражений. То есть они сразу вылетели. Кто знает, по какой причине, может мне сказать. Я буду очень счастлив. На самом деле. Да, отпустили паузу. Это выход на Зигу. Отлично. Минус от Сени и Эдварда. Эдвард тут уже подключается из ДЛ. И минус 3 от Эдварда. Отлично. Последний слив. А вот, да, вылетел Кристал. Тайм-аут у него. Все со своих компьютеров играют. Все сидят по домам. Нет никаких лан-капов, кампов. То есть они не сидят в каком-то отдельном здании. Хотя, возможно, и сидят. Я об этом не знаю. Но money bag guy.
Ноет Кристал, что у него нет денег теперь. И смотрим, Мнел на АДЛ. Кристал будет сейчас рашить, проходить верхнюю темку. Рак на миде. Тут Эдвард и Зевс уже проходят по зиге. Феликс будет их сейчас встречать. Навряд ли у него что-то получится. Но хотят... О, господи, он завис, похоже. Феликс завис и... Так, тихо. Тихо. Оп, 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 оп. Все. Феликс стоял в ВК и... Было бы хорошо, пишет. Не знаю, что хорошо. Так, ну что, что, что? Камера у нас не хочет переключаться нормально. Ой-ой-ой, Марих, отличный головошот с P250. И вдвоем остаются контры. Нарез сейчас Зевс, да, сбривает сразу же. И МНЛ на дуэли побежал отдаваться, собственно, отдаваться. Ему сейчас нечего делать, пытаться что-то, кого-то убить с P250 своего. Но навряд ли что-то получится, навряд ли. Да, и это минус. Минус от Сени. И, дамы и господа, четвертый раунд, скорее всего, сейчас будет закуп у контров. Господи, опять Crystal Disconnected. А, видимо... Так, что происходит? А, была пауза в этом раунде, все понятно. И есть закуп, есть полный закуп у команды Alternate Attacks. Также я вижу АВП у Кристалла. Ему, видимо, скинули, потому что он только что перезашел, да? Ой, в наглую стоит Рак, смотрите. Не попадает. Ой, нет. 20 хп остается у Рака. Конечно же, он уходит обратно. Получил свою грену и валить, срочно валить. Предпочитает. На зиге двое, Феликс и МНЛ. Тут выход на ДЛ от Эдварда, Старикса и Марика. У Марика, скорее всего, АВП. АВП он, с АВП он очень хорош. Он нам это доказал и не раз причем. Ой-ой, хорошо, Зевс чекает зигу. МНЛ, Рак, 20... 44 хп, я бы сказал. На двоих. Да, привет, Т-17. АЕК тоже. Зонд. Зонд, на этот раз за кого болеешь, мне интересно. То ты яростно за SC Gaming болеешь против Na'Vi, да, когда они играли. Теперь, наверное, за Alternate Attacks будешь болеть. Так, что у нас? Да, у Марика АВП, 4 калаша. И это выход на А фастовый. Отлично. Ну как, фастовый на 38 секунде. Прочекают ли МНЛа? Вот в чем вопрос. Нет у него брони. Минус бомба. Отлично, 4 в 3 остаются. 2 АВП у МНЛа, у Кристалла. Сейчас Кристалл должен ловить. Нет, не попадает. Давай через дверь. Через дверь тоже не убивает, увы. И что у нас? Ой, МНЛ, МНЛ, зафлешили его совершенно. Минус от Зевса, минус 2, минус 3 не сделал. Кристалл его сбрил сразу же и 3 в 1. 3 в 1 Кристалл, это раунд, скорее всего, за Na'Vi. Да, решает он сейвиться. Понятное дело, нет у него никаких шансов затащить этот раунд. Вырвать, так сказать, плент А и раздефить. Тем более, диффуза у него нет. Постоянно чекаю тап по привычке. За Na'Vi будешь болеть? Ну ты какой, а? Неожиданно, неожиданно. Я уже думал, ты против Na'Vi просто болеешь. Ну что, СК2 ТВ, будем молчать в тряпочку, да? Я вас запомнил. Я вас всех запомнил. Так, тут выход от Эдварда. Минус... Феликсу мало-мало хп оставил, Раку тоже. Эдварда никак не остановить, бешеный, он очень агрессивно играет все время. Было это замечено не раз. И тут open фраг от Зевса, отлично! Минус 2 от Зевса, самый МВПшный игрок Зевс, 8 киллов уже сделал за 5 раундов. Это еще не предел, возможно он сейчас еще сделает минус 2 и вообще будет замечательно. Минус от Сени и Сарикса, и Кристалл опять беденький. Один с АВП или без? С АВП или без? Без АВП. Ой-ой, хорошо, сделал минус Сени, но это им не поможет даже в следующем раунде. Будет ли закуп у Alternate Attacks? Да, будет абсолютно точно, 100%. 6500, 6200, 3 бла-бла-бла-бла-бла, 7000. И у террористов, у Na'Vi отлично все по закупу. 2500, правда, у Сени. Видимо, много раз он умирал. Да, два раза умер, два девайса было отдано. Ой-ой, прям через... Ой, МНЛ все-таки ловит бедного Марика. И это уже 4 в 5 остаются Na'Vi. Посмотрим, что они предпримут. Эдвард до сих пор на респе. Ой-ой-ой-ой-ой, Кристалл, смотреть куда-либо, что? Я не знаю, Рольф, я не знаю. Почти ни у кого не лагает. Может быть, просто я говорю, вы далеко живете от Амстердама. Кстати, у меня Амстердам стоит или нет?
Ах, черт, черт, я прошляпил Зевс минус МНЛа. Не знаю, Ролф, если бы у меня была партнерка на ХСХДТВ, допустим, да, для этого мне нужно 50 постоянных зрителей и 5000 разных людей, чтобы меня посмотрело. Уже там 1000 у меня вроде, или, а нет, уже 1200, но я уже на ХСХДТВ не стримлю, потому что он немного лагал. Сибири, но не знаю, может быть это интернет, может быть это пинг, может быть просто другие стримы с Твичом, если у тебя нормальные, тогда уже пакеты, я не знаю точно. Ну вот, у меня дропов нет, я могу даже показать, что у меня чистенько все, никаких дропов. Кстати, с вами поставлен А, и тут врыв Феликс Ласт остается, все-таки сбивает бедного Сеню. Ой-ой-ой, хорош, вообще и Зевс один остается, бомба, бомба, хорошо стоит, да, хорошо стоит для Феликса, обезвреживает бомбу интересным способом, и это... Первый раунд берет Alternate Attacks, благодаря своему мейту Феликсу, еще по какой причине может лагать, лагать может быть из-за того, что у меня просто GoTV иногда подлагивает, да, есть такой момент... Turtle 76 Рус, сегодня тебя видел, как ты играл в Восу, да? Хорошо играешь в Восу, кстати. Ну, я рад за тебя, Ролф, что все в порядке. 28 человек на стриме, всех приветствую, с вами Фанат Рока, в КСПЛ, Good Game, Гоха, Empire. Для сравнения, я с севера, мне через раз подвисает именно картинка, голос шикарный. Но это дропы именно у тебя уже, дропов у меня нет. И смотрим, Зевс минус, OpenFrag и МНЛ размен делает на Старикса. Тут как много всего, флешки, дым. Господи, опять вдвоем остается Кристалл. Кристалл просто последний из магикан, постоянно остается один. Не знаю, сейчас... А, да, взрывает Феликса, конечно же. И Кристалл опять один сейвит своего ВП. Она, видимо, у него подписана, он никогда ее не отдаст. Сколько раз он умер, кстати говоря, с тех пор, как... О, 3 раза умер, да. Между прочим, за 7 раундов. Сейчас, может быть, даже 4-й будет. Если он сейчас... Ой, хорошая флешка. Видел, видел, и Эдвард делает последний минус, 6-1. Нави разбирают, конечно же, за террористов бедных Alternate Attacks. Лучше они играли в КСС, помню. Помню, намного лучше. Парни, кто шарит, что лучше Кана или Dead Adder, без понятия. Не шарю. Не шарю абсолютно. Так, что здесь предпримут на этот раз террорист? Ну, как всегда. Как всегда, Марик на миде, СВП, Старикс и Сеня бегут под Б. А также Ирак, Кристалл будут сейчас им мешать выходить куда-либо. Кстати говоря, слив у команды Alternate Attacks. Посмотрим на их экономику. По экономике у них все плохо. Все плохо будет, конечно, на АВП у Кристалла 3.50. Да, у него как раз 5.50 будет. Смотря, правда, если он выживет, не выживет. И тут на Эдварда 3 контра, господи! Залагал даже GoTV от такой неожиданности. Он сам, видимо, не ожидал. И Зевс тут будет набревать сейчас троим контрам. Минус 1. Давай, Зевс. Ультуй! Прокаст! Пайпу, все что угодно. И бедного Кристалла сейчас будут зажимать с двух сторон. С Темки и с Мида. Сорик, правда, здесь помешает как-то Зевсу. Навряд ли, конечно, помешает. Ну, Калаш решает. Что там, P250 какой-то. Не слышал абсолютно. МНЛ уже, да, спрыгивает Зиги. И сейчас минус от Зевса еще. И минус 4 делает Зевс. Нет, да, да, нет, ну, делай. Калаш есть у МНЛ, 14 хп. Скорее всего, он сейчас... Умрет, бедненький, умрет. Режьте, режьте Alternate Attacks, режьте, нет. Зевс делает минус 4 и тащит для своей команды. 7-й раунд. Отлично. Привет, привет, СМД, привет, так. Кстати, Алекс Урбан, привет. Вот, у СМД все нормально, он тоже с севера. Да, так, ты, кстати, смотрел вчерашнюю игру с Нави против Нипов? Нави выиграли Нипов. Первый проигрыш Нипов. Нипов, Нипов, Нипов. Здорово, сосиска! Ты как-то тогда немного подзапоздал, ну и хорошо, что ты не увидел. Я просто проговорил новости о CSGO. Понял, что там поставили техническое поражение бедным фейтом.
Ace Gaming и также The Nation зачем-то поставили игру. Open track от Эдварда, Старик ZS минус и набривают неплохо. Нет, опять у Alternate Attacks закупа. Решили сделать еще один слив. Непонятно, чего они ждут уже. В конце концов, будет 13-1. Они будут до сих пор сливаться, что ли? Я не понимаю. И Кристалл, последний из Магикан. Ему надо переименоваться. Надеюсь, он читал эту книгу. Я думаю, многие читали вот эту книгу в детстве. Последний из Магикан, да. И именно он все время остается последний. Но Старикс и Эдвард постоянно его находят. Они как будто в прятки играют, они договорились. А давайте-ка вот когда Кристалл будет оставаться один, вот Старикс и Эдвард будут искать его. И причем Нави уже который раз выигрывают в эту игру. Да, Нанос очень неплохо играют по сравнению с тремя месяцами ранее. Что у нас? Феликс и МНЛ. Видимо, будет подсадка для того, чтобы смотреть Зигу. Нет, подсадка была, я думал, на ящик, но подсадку сделали на бедного Феликса. Ой, эх, Солик минус 2. Отлично, 12 хп у него остается. Не смогли Старикс и Эдвард убить его. GoTV, ахаха, что ты делаешь? Прекрати, повторяю вновь и вновь. Ты моя любовь, успокойся. Приласкать, что ли? Не знаю. Ой, Зевс вообще головашоты ставит на раз, два, три. Так, GoTV молчит. Нипы слили Aces. Я имею в виду именно в этом турнире SteelSeries. Первые, кто победил. Так-то понятное дело, что они и до этого проигрывали. Но просто вот именно на этом SteelSeries, да, на пятом сезоне, они проиграли нипом вчера буквально 16-12 на DDoS 2. Как сейчас Na'Vi выигрывают Alternate Attacks, я примерно то же самое, думаю, было то же самое, но правда более-менее одинаково. И сейчас, скорее всего, Alternate Attacks возьмут этот раунд, если Зевс и Марик с АВП не порешают их издалека. А, правда, 24 секунды. Нет, это будет 8-2. 8-2. Нет, все-таки Зевс делает минус. И пойдет ли он дальше? Тут по Зиге Марик не замечает контра, правильно. Бомба у Марика, кстати говоря, будет поставлена бомба. Зевс сейчас его прикроет. Прикроет? Нет, не смог, но бомба все равно поставлена. И это будет закуп. Конечно же, закуп, ну... 15 тысяч у Эдварда будет. Попытался Марик еще что-то сделать. Да, убил Кристалла, бедного Кристалла. АВП взято, у Кристалла будет АВП. Даже два в обе руки. Будет трандомить двух АВАП. Я думаю, мечта любого КСера — это две АВП в две руки. Действительно, вот. Это как было, не помню, в 2005 еще году, да? Помните? Два петуха вместо фангана, рандом пушки, да? Вместо машингана. Было два петуха, 100 патронов, и то же самое. Вот бы так и сделали с АВП, вместо скорострелки. Ой-ой, Старикс, да, прочекал право, но это ему не помогло. Феликс делает минус один, опен фраг от Феликса. Ой-ой-ой, Марик, ну хорош, вообще с АВП наяривает. ПМНЛ тоже неплох. И тут зарешала в этом раунде АВП. АВП покарала уже троих. Ох уж это АВП, ох уж это АВП. Нет, вот на этот раз Марик промахивается. Отличная грена от Кристалла. Господи, Эдварду 20 хп. И он не жилец. Он не жилец. И это 8-3 в пользу Натус Винс, если не произойдет чудо. А Эдвард может сделать чудо, поэтому я не буду пока загадывать. Alternate Attacks тоже не стоит сейчас расслаблять булки. Надо им сейчас сидеть, вместе играть. И тут оп-оп-оп, 21 хп у Эдварда. Всего лишь один раз попасть с эмки, но это так трудно, это так трудно. Бомба у Эдварда, никого нет на Б. МНЛ сейчас будет или не будет? Нет, будет пытаться отстрелить бедного Эдварда. Кристалл, что ты делаешь? Кому ты несешь калаш? Эдвард опять пошел под ДЛ. 20 секунд у него остается. Если он сейчас убьет Феликса, а он это делает, то он может на фаст пройти, попытаться под ДЛ. Нет, но он этого не делает. Это будет сейв. Сейв калаша. Все замечательно пока что. У Na'Vi все равно 8-3. Тьфу. Star Series. Спасибо, СМД. Большое спасибо. Star Series. У меня везде написано Star Series, я не понимаю, почему я говорю Steel Series.
Привет, State of Lebens. Так, что у нас? Слив? Нет, смотрите, закуп делают Alternate Attacks. Конечно же, они взяли сейчас раунд, третий раунд, свою копилочку. Рак будет смотреть мид с подсадки, не с той подсадки, что вы думаете, как Нави, да? Сеня отлично набривал по фнатикам на дедасте. Все-таки снайпер Killing Floor тащит. Да, здравствуй, Hell Knight. Я видел, что там Killing Floor загамал. Меня не позвал. Паразит. Как ты мог? Предатель. Да, что у нас делают Нави? Нави в линию решили сыграть какую-то. Непонятно мне, что они собираются делать. Все-таки либо Б, либо Б. Ну тут два варианта. Либо Б. Это как у меня дед постоянно говорил. Какой счет? Я у него спрашивал, он говорит 2-0, туда 0 и туда 0. Но отлично, у Эдварда остается 12 хп, по Зевсу тоже попадают. Кристал, Хитман просто в дыму засел. Ну правда все уже пробежали, нет, и МНЛ тоже что-то в дыму. Хотел, но у меня стрим, но как бы я только сейчас начал, буквально 20 минут назад, ты сидел и вроде как час назад. Ой, МНЛ через дверь нашпилил Эдварду, но Старикс и Сеня за своих в ответе. И 9-3. Девятый раунд берет Нави. Натус Винсера. Напомню, что следующая игра будет Нави против Virtus.pro. Virtus.ам надо зубами просто вырывать победу, иначе они не выйдут в плей-офф. Занимают они сейчас 5-е место в групповом этапе. 3 раунда остается до написания заветных слов от Na'Vi. Good health. И тут смотрим. Рак и Старикс просто рядышком стоят. Не замечают друг друга. Рак, наверное, знает о Стариксе. А вот Старикс-то навряд ли. Но сейчас смотрим. Минус от Рака. Отлично. Почему мне не Так. Быстренько сейчас перезайду в GoTV. GoTV у меня сбилось чутка. 43 минут, ну ладно. Привет, Милан. Да, СМД у нас только ест пирожки на стриме, а так он больше ничем не занимается. Да, это будет выход А. Вдвоем остались Сеня и Зевс против бедного Солика с P2000 или P250, да, я не ошибаюсь. Ну, вроде бы нет. Да, ставится бомба, 28 секунд есть. Можно и хоть 10 бомб поставить, все равно время будет. Нет, на 10 уже не хватит, но вот на 9, да, 27 секунд как раз. И Солик в стелс-моде просто прошел к Зевсу. И тут минус все-таки от Сени. И это 10-й раунд, копилочку. Большую свинюшку Натус Винсера кладут аккуратненько. С бережностью. Храня очаг в доме. Какой ты бред, говорю. Кошмар. Соберись, тряпка. Соберись, как Нави собрались только что. Отлично простел по кристаллу. Не хватило только чуть-чуть до головы, чтобы убить его. И тут Солик с Феликсом будут смотреть ДЛ. МНЛ по Зиге. Рак на миде. Кристалл на Б. Старик тут простреливает вовсю мид. Ой, хорошая грена прилетает Стариксу. Впервые вижу такой средний дамаг. И что у нас? Ой-ой-ой. Вот это дамаг грена. Вот это настоящая грена. Мужицкая грена. 9 хп снимает. И рак просто через стену смотрел прямо на бедного Старикса. Еще одна грена Старикса. 24 хп у него остается. Но так и манит на себя эти грены. Флешки, дымы. Я думаю, у него... Знаете, это как металлоискатели. А у тебя какой-то... Какая-нибудь фигня железная в голове. Вот то же самое у Старикса, только магнит на грены и взрывчатые другие вещества на С4. Правда, он никогда не видел, чтобы носил С4. Это, повторю, что-то я совсем надо перерыв делать. Гей-грена.
Так, вот оно что! Отлично, Старикс делает минус МНЛ. И вдвоем даем бедный альтернейт атак. Спред последний раунд. Ой, вдвоем там зажались. Пати Хард устроили на респе. И минус от Эдварда. Просто один патрон. Он не... Все. Один патрон и больше ничего. Бедный Солик зажимает его со всех сторон. Сейчас бы закидали флешками и зарезали бедного Солика. Ну нет. Нави уважают своих соперников. Конечно же, они не будут этого делать, надеюсь. Или будут. Нет, смотри, Солик. Солик пошел в атаку. 22 хп, а сделал уже минус 2. У Старикса мало хп. Но нет у него никаких шансов затащить раунд. И это будет 11-3 в пользу альтернейт атак. И Старик ставит точку в этом раунде. Ля-ля-ля, жу-жу-жу. Вообще, изначально было, я с головой не дружу, но... Тут другое. Тут Старик всех перестреляет. Не в рифму, зато правда. Не в рифму, зато правда. Сейчас посмотрю быстренько, есть ли у меня дропы. Дропов у меня нет. Ничего у вас не должно лагать. И это радует. Вперед, Нави. Привет, Хендрикс. Приехал с работы. Какой бикап 2 на 2, Милан. Я стримлю только 3 на 3, 4 на 4, 5 на 5. И даже 4 на 4 существует. На ESL, кстати, недавно, ну как недавно, месяца 3-4 назад ввели по CSGO, ладдер 3 на 3 или по CSS, я точно не знаю. Просто слышал такую инфу. И это выход по Зиге. Вчетвером будут отбиваться у нас бедные альтернет-атак, которых просто уже унизили несколько раз. И Эдвард, Сеня, нет, это ГГВП, Good Half, я бы написал сразу уже, не добивая своих противников. Кристалл последний. Опять же, последний магикан, он сменил оружие на петушка. Юра, здравствуй, Юра. А как же Денрус? Ты что? Ты оставил Денруса? Милан. Я сказал нет. Я сказал нет. Я не буду. 70 рублей плати, тогда буду. Нет, Twitch лагает, по идее, он... Ну, все равно, у него основная масса, да, идет на лол, потому что его больше всего смотрят, поэтому они как-то другие игры немного понижают. То есть, упор делают на лол и на... Ой, а что там еще есть у нас? Хонду, Диабло? Нет. Я помню точно, что лол... Сейчас... Нет, я посмотрю. Я посмотрю, что же у нас там смотрят наши дорогие зрители. Не мои, а вообще, я имею в виду. Так, здравствуй, добрый Twitch. Так, Брус. И что у нас сейчас? Dota 2, 62 335 зрителей, League of Legends, 58 722, и дальше уже идет StarCraft 2, Heart of the Swarm, 27 828 зрителей. Ну вот на это все и идет основной, видимо, у них упор. Поменяли сторонами, ждем начала второй половины. Милан, я еще раз повторю, я стримлю только 3 на 3 и 5 на 5, и если даже есть такой ладдер, то 4 на 4. Лол игра для геев, дота не для мужиков настоящих. КС для настоящих мужиков. Вот что я скажу. Ну, не вот это подобие, конечно. Всякой полной фигни. Эдвард, он... Ну, это вармап. Вармап даже, я думаю, комментировать не стоит. Привет, Никит Вов. До вчерашнего дня ничего не произошло, так скажу. О, Минака, здравствуй. Ну что, сегодня в вебке. Вебка стайл. Что у нас, опять пауза? Нет, просто Сеня встал. Ну, как тебе сказать, не люблю. Я больше уважаю КСС и КС 1.6. Ну, отлично. Надо же мне все-таки знать, мужик ты или нет. Прошу прощения за черный юмор. Ладно, пока они не начинают, я посмотрю быстренько другие чатики. На Гохе молчат люди почему-то.
Хендрикс на Good Game только сидит. Да, вчера хотели, но как-то вот не получилось, знаешь. Так, а что у меня еще? Empire есть у меня. Empire. Да, Хендрикс, лучше уж здесь писать на самом деле. Когда будет твой стрим, кстати говоря? Я, может быть, после этого посмотрю твой стрим с удовольствием. Да, запустили лайв, запомнили, что 12-3 выигрывают Natus Vincere, да? 12-3, я прав? Я прав? Скажите, я прав? Я считаю, что я прав. А вы считаете, что я прав? Да, так обычно и происходит, понимаешь? Переписываешься с красивой девушкой, симпатичной, и тут бац, а она большой, толстый, волосатый, небритый, вонючий мужик. Так, что у нас делают? Под Б собрались 3-4 террориста. Рак там пострелял по ДЛу, типа, я тут, мы тут выходим вообще, пацаны. И тут на шифте просто Солик. За дальней кладкой стоит Старикс. Очень хорошо Нави смотрят. Стариксу как-то нашпилили. И Рак, Феликс, и, господи, альтернет атак. Возьмут этот раунд, первую пистолетку. Да, нет, да, именно так. А, ты на работе сейчас сидишь? Ай-яй-яй, иди работай, Хендрикс. Ай-яй-яй, плохо быть таким. Ой-ой-ой, Рака не заметили, и это первый раунд за Alternate Attacks. Ну, тоже как вариант, Sony. Я вообще, это, открой, пожалуйста, ссылочку на Good Game, чтобы я повыше был. Ой-ой, Сеня неплохо нашпилили. Да, бедняга. Так, хватит издеваться над ним. Никит Вов, да замечательно, все. Просто превосходно. Вчера Нави же выиграли Нипов. Причем 16-12. Повторюсь. Тавтологии я не слышал. Что у нас делают террористы? Альтернет Атакс. У них есть Defender, два калаша. Не знаю, что у Рака и МНЛ. Видимо, только пистолеты. Да, да, пистолеты у МНЛ. Есть у него также броня, у всех террористов есть броня, а вот контрол с этим туговато совершенно. Но оно и правильно, зачем купать броню на сливном раунде и перед сделать опенфраг вместе с Раком. Рак с бомбой, вчера вспоминаем, да, смеемся вместе и продолжаем смотреть. 5-3 остаются альтернет атак. Да, будет Natus Vincere против Virtus.pro сегодня. Он, да, когда ты стоишь перед дверью красивой девушки... И она просит тебя зайти на чашечку кофе. И тот будильник. Вот это уже облом. Firebreezy, кстати, привет. Helpnight. Natus Virtus.pro натянут. Ну вот это, конечно, не знаю. Потому что Virtus.pro показывает очень сильную атаку. Ангел очень... хорошо играет. Я даже не могу сказать, как он хорошо играет. Он такой иногда. Прости, Соня, я больше не буду. Больше не повторится. Никогда. Что ты? Так, ой, прострелы. Но только Старикс попали в ноготь на правой ноге. Большого пальца. И что у нас? На Нави. Ой, Марик уже делает open frag своего пистолетика. И будут ли выходить дальше? Нет, идут на Зигу. Или Кристал. Кристал, куда ты идешь? Да, они пойдут на Зигу, а там пятером смотрят. У нас Нави. Нави просто чувствовали своей пятой точкой, куда же им идти. Сеня все-таки пошел на мид на всякий случай. Ой, смотрите, какое скопление на квадратный метр ментов. Очень неплохо. И сейчас бы закидать гренами просто. Нет грен. Никаких у Нави, и они уходят под Б. Видят, видимо, что происходит. Кристал неплохо убивает Сеню через дверь. А, плюс. Мне показалось, Лоис. Я сразу вспоминаю Супермена, да, с Тайны Смолвиля. Лоис... Сразу не допер. Ставится бомба. Втроем остаются бедные Нави, бедные украинцы. 31, 66, 70 хп.
Это был Эдвард, дамы и господа. Это был Эдвард. Просто 9 хп МНЛу. Это был Эдвард. Все, у меня нет комментариев. Это был Эдвард. Все. Это и... Это было жестоко, на самом деле. Комментировать это бесполезно. Абсолютно. Да, Зон тут радуется, что наконец-то... Тащат. И Фнатики тогда тащили против Нави. Ты сильно болел. Очень сильно болел. Зафлудил мне весь чат на КСПЛ. Кошмар. Плохой зонт. Я не могу сейчас, но, пожалуйста, иди, возьми ремень и выпари себя хорошенько за то, что ты флудишь в моем чате. Все просто заполонил весь чатик, бедный. Из немцев ты хотел сказать. Какие германцы-то? Ты о чем вообще? Так, будет ли мне переключаться сейчас камера? Если не будет, то я быстренько перезайду. Видимо, не будет. Опять сбилось что-то. Сейчас быстренько перезайду в СТВ. GoTV, точнее, прошу прощения, это все-таки не Сорса. И выход. Посмотрим за Мариком, который сейчас будет принимать этот выход. Давайте, две гренки и нету никого, ничего. Да гренка уже рано, поздно. Марик. Задымили его по полной программе. Откидывается грена. Ну вот, да, плохо. Не вовремя. Выпари. Здравствуй, Инрейндж. Инрейндж. Ставится бомба. Он там крабик ползет. Крабик с бомбой. Да, видит Марик, но не убивает его. Старик, кстати говоря, тоже АВП. И это, наконец-то, берут первый раунд. Нави, не прочекали кристалл. Нет, все-таки. Оп, минус один от кристалла, но на этом хватит. Хватит, решили Нави, и убили его. Выпари себе сам ремнем, месье. Вы так знаете толк в извращениях? Нет, я не знаю толк в извращениях. А ты знаешь толк в извращениях? Вы там у Минака друг с другом в друзьях? Я думаю, вы там... Ну ладно, проехали. Граммарнации? Нет, надо было писать месье с, то есть на конце с. Такс. Будем с говорить с, об этом с матчес. Все с, что с, я думаю с. А думаю с я, что Нави выигрывает. А вы друг у друга в друзьях в ВК. А также у тебя на странице идет описание, что вот тогда-то будет ухолк на это. Трансляция по такой-то игре. Значит, вы там не во френд-зоне. Нет. Что у нас сделал террорист, альтернет атак, Сорик с бомбой, один выходит. Господи, Зевс иммун, конечно же, накидал всяких флешек и тому подобное. Ой-ой, Эдвард хорошо принимает. Отлично. Давай, Эдвард, делает минус 2. Минус 3 не хватило на него. Старикс уже на респе чужой. И тут Рак с Кристаллом будет. Рак, скорее всего, ставить бомбу, а Кристалл прикрывать Тёмку. И тут будет выход от Старикса. Я вот тут подумал, а может вы один и тот же человек? Отличный чек от Марика. 29 и 45 хп. Одну гренку и нет двоих. Минус от Сени и... Да, минус Кристалл. Сеня сделал минус 2 и затащил этот раунд. Не помню, какой именно счет. Что с Мариком? Френдзона настолько френдзонна, что френдзона по сравнению с френдзоной кажется такой френдзонной. Тавтология, не слышал. Так, все, молчит у меня Good Game, молчит Good Game, КСПЛ, все молчат, Гоха, Empire, точно молчите? Да, эти молчат, ладно. Ой, Старикс наглый, сейчас пойдет с АВП, видимо, чекать. Очень много, я считаю, что очень много, и... Так, что происходит? Сорикс бомбы под ДЛом.
Все, нет у нас террористов на нигде вообще. Слив у команды Alternate Attacks. Два раунда подряд они проиграли. Сливы они, конечно, взяли Na'Vi. С трудом, конечно, но все-таки взяли. Ой-ой-ой, Марик, Зевс, отличные гренки. МНЛ отлетает сразу, но тут все равно будет раунд за Na'Vi. И последний раунд. Волевой закуп попробуют сделать Alternate и дотащить хотя бы до ничьей. Это групповой этап. Steel Star Series. Дамы и господа, с вами Фанат Рока. Вы, может быть, друг другу писали просто, я не в теме, понимаешь. Эдвард делает минус 2, Старик забивает, и Солдек минус, конечно же, ничего они не смогли сделать. Это не требовало комментариев даже, я думаю, что пистолеты против эмок и АВП мало что сделают. Ну, хотя, на таком уровне игры много-много чего могли сделать. Волевой, последний закуп от Alternate Attacks. Посмотрим, что же они предпримут. Может, все-таки выход какой-нибудь массовый, красивенький выход с флешками и гренами, дымами. Коктейлями, молотовыми, декоями, всем чем угодно. Нет, нет, опять решают играть от минуса. И вот вам первый минус. Марик делает минус кристалла, open фраг. И это затар на 16-3. Сейчас сделает еще, да, Сеня минус. Я думаю, что надо уже выходить, писать ГГ. И выходить. Срочно в порядке просто. Нет, Солек все-таки делает минус. Показывает он свой оскал. Коготки. Говорит мяу. И... Господи, какая ты камера противная. Я тут хотел посмотреть, убьет ли Эдвард Солика. Но тут Зевс на зиге. Минус 2, минус 3 и... ГГ, дамы и господа. Na'Vi выигрывают Alternate Attacks со счетом 16-3. Подписывайтесь на канал на YouTube, туда я буду выкладывать все воды. Сейчас поменяю везде название стрима. Сейчас будет Virtus.pro, никуда не расходитесь. Я поставлю вам музычку. И через буквально 5-10 минут мы продолжим сие творение. Сегодня Virtus.pro в рамках StarLadder Star Series сезон 5 отыгрывает, пожалуй, самый важный матч за весь групповой этап. Соперниками Virtus.pro будут Na'Vi, а именно в этом матче решится дальнейшая судьба нашей команды, то бишь Virtus.pro, на 5-м сезоне StarLadder Star Series. Вчера украинцы в последнем матче игрового дня неожиданно для всех обыграли Ninjas in Pyjamas, то бишь NiP,
и тем самым значительно улучшили свою турнирную ситуацию. Сегодня рожденным побеждать предстоит провести две встречи против Alternate и против Virtus.pro. Alternate, мы сами видели, что они сыграли 16-3. Против Virtus.pro сейчас мы будем с вами наблюдать, и эти матчи станут ключевыми в итоговом расположении команд. И если Na'Vi еще могут проиграть Virtus.pro и все равно оказаться на LAN в финалах, то Angel и компания обязательно должны сегодня побеждать, иначе они рискуют пролететь мимо финальной четверки. На 2 очка нашу команду, то бишь Virtus.pro, читаю с официального сайта virtuspro.org. На 2 очка нашу команду опережают не только Na'Vi, но и The Nation. Но The Nation уже сыграли 15 матчей, и они сейчас на втором месте. Хотя Na'Vi их сейчас обгоняет уже, и получается The Nation на 3-м месте, которые отыграли уже все свои матчи и внимательно следят за развитием событий. Да, также сегодня играют Нипы против Фнатиков и Нипы против 3D Max. Матч Virtus.pro против Ну, это понятно, это уже отдельный разговор, там, кто будет стримить. Что-то, нет, ни за что не скажу. Меня тут полностью не показывает. Пожалуйста. Название песенки. Взял я на самом деле ее... На игровом канале Фомби. У него неплохие песенки такие. Решил их поставить на стрим. Мне нравится, что до сих пор молчит Гоха, хотя там 3 человека сидят. Непонятненько. Также последняя новость. Сегодня в официальной группе Virtus.pro, но это было, правда, 2 марта, то есть примерно полмесяца назад, 3 недели назад, если быть точным, в официальной группе Virtus.pro появилось сообщение о том, что команда открывает собственная тренировочная база в Москве. Кроме этого, стало известно об открытии административного офиса и о том, какие турниры Virtus.pro посетят в этом году. Вот что по этому поводу заявили представители команды. 4 дня назад открылся небольшой административный офис ВП, а через несколько дней откроется база Virtus.pro в Москве и 5 на 5 и 7 компов, чтобы 2 любых состава могли тренироваться нон-стоп. Под составом по CSGO планируется более 10 выездных турниров, по Dota немного меньше. По World of Tanks и StarCraft 2 пока еще собираем информацию. Приоритеты в СНГ, TechLabs и StarLadder. В мире ESVC, DreamHack, возможно ESL и любые крупные турниры от 50 тысяч долларов и выше. В свою очередь глава команды Na'Vi Александр Zero Gravity Кахановский представил миру свой видеоблог. В нем он на английском языке рассказал, почему произошли замены в Dota составе. Помимо этого, Александр заявил, что коллектив Na'Vi по Dota собирается принять участие на турнире по Dota в Китае. Для этого команда отправляется в Китай на буткемп на пару месяцев. Точные даты поездки не ясны, но возможно, что случится уже в апреле, а может быть даже в марте. Это последние новости Virtus.pro и Na'Vi. Хватит про Лойс. Хватит это терпеть. Так, дамы и господа, я буквально... Да, тут мог бы и второй аккаунт зарегать и поставить второй плюс. Ладно, я отойду буквально на 5 минут. Уже команды собираются потихонечку. Но я не про... ты меня не понял, Соня, совершенно. Совершенно не понял.
Ладно, вернемся к этому потом. Там уже три из состава Virtus.pro. Это Дося, Фокс и Ангел. Самая главная, такой, можно сказать, жаркая игра сейчас будет между Нави и Виртусами. Все, я отойду буквально на 5 минут. Ставьте плюсики-минусики. Там я видел уже два комментария от Хендрикса и Туртла. Спасибо большое, ребят. Буду стараться для вас. Тем более, это последние игры группового этапа. Дальше уже будет плей-офф, там уже будет пожарче. Не то, что было там Virtus.pro против Dot Team 16-4, или же Virtus.pro против The Nation 16-8, или The Nation против Mousesport 16-2. Это было, конечно, великолепно, что наши такие, да, там просто по жесть тащат. Но все-таки хотелось бы какой-то равной игры, потому что это Star Series, Star звезды. Все, я отошел. Эверидж, ты, видимо, решил заглянуть, посмотреть на стрим по CSGO. Давайте заберем картинку, выключим музыку. Будете слушать только меня. Да, я такой. Да, играют у нас на эту Свинсере против Virtus.pro. Русская против украинской команды. Последнего ждем и начинаем. Пока скажу составы команд. Эдвард там уже здоровается. А я не успел посмотреть, как же у нас думают аналитики, кто выиграет, кто проиграет. Составы команд. Natus Winsers, полностью украинский состав. Эдвард, Маркелов, Зевс, Сеня и Старикс против Virtus.pro, казахстанца Адрена, двух россиян, Дося и Фокс, и двух украинцев, Ангела и Кучера. Видимо, ждем только Кучера.
Сейчас вы увидите великолепный скилл от Адрена и Ангела. Но я думаю, ото всех вы увидите. Да, привет, Валайна. Ну, почему? В ВП большие шансы, достаточно большие. Жаркие песенки. О да. О да. Сильный геймер SimVR. Но SimVR это уже просто. Это уже, как говорится, история, дамы и господа. SimVR. Которая закончилась плачевно. Вот бы выиграли мы тот турнир. Получили бы 10 тысяч рублей. Вот тогда бы закончили красиво. Но не тут-то было. Так, есть ли у меня дропы? Дропов нету. Картинка есть? Да, есть картинка. А, забыл я поменять название на... Сейчас быстренько вообще фастулечкой. Фастулечкой. Сейчас я буду слышать свой голос. Я в этом уверен просто, да? Ой. А. Virtus.pro. Сейчас я буду слышать свой голос. Я в этом да, уверен, здравствуй, фанат Рока. Я давно тебя не слышал, друг. Да, все, все, есть. А, я бы ушел красиво. Что бы я еще сделал? А, так. Virtus.pro готовы. И сразу же входит ангел. Ну, в принципе, ясно, понятно, дамы и господа. Валына, а что ты сделал со своим гонораром, когда выиграл лан? R4V, 16-3, выиграли... Натус Винсер, бедных Альтернет, разбомбили их по полной программе. Привет, добрый! Конечно, помню. Стример, который сидел только в чатике и даже не стримил игру абсолютно. Ты недавно ошибся и написал мне, так что... Напомню еще раз о себе. Добрый, может вернешься в стрим, а то нам тут на КСП вообще не хватает стримеров абсолютно. Все такие ленивые заднички стали. Да, просит уже слэма запускать. Слэм спит. Если 10к на 5 человек, там же мало же получается. Но я имею в виду, что сам выигрыш, понимаешь? 16-6. Ой. 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 Ой, 16-6. Да, прошу прощения, они же взяли 3 раунда. Я что-то забыл с этой перестановкой. С этим РР. Рестартом гребаным. Гребаный рестарт, да? Салам, пишет Старикс. Ничего так, Зигла раздал. Так, ну все, пошли кабанчики. Будет играться карта D Inferno. Осталось только в CSGO добавить D Tuscan. Кстати, ее добавили, но на турнирах она не используется только по одной причине. То, что создатели этой карты, да, которые ее делали, они не сделали стенок. То есть можно упасть вниз и стрелять через текстуры. То есть ты будешь видеть, а тебе не будет видно. Вот такая вот проблема на карте D Tuscan. А, добрый, да, я просто всех удалил из Тима, у меня бомбануло очень сильно. Да, я тебя обязательно добавлю и поговорим насчет всего. У Адрена, а им бот, вы заметили, да, как у него дрожат руки и наводятся через стену? Сейчас смотри, оп, нет, не получилось у него, но попал по Эдвард, попал. Так что это, можно сказать уже, а им бот. В смысле? Я что-то не понял тебя, Никитов. На Инферно в КСС типа того же бы... А! Все, все, дошло. Я просто слоупок, простите меня, пожалуйста. Да-да-да-да-да-да-да, мистер добрый, обязательно. Адрен Мясник. Ну, как вы считаете, так будет. Так, все, ГЛХФ, пишут обе команды, ХФХФ, ХФАН, гудлак. Должны Виртуса сейчас решать, тащите эти пресловутые раунды. Дробовик прям как в фильмах. В каких фильмах?
У нас тут втроем на то свинсеры, они за КТ начинают, выиграли не сторону. Ой-ой-ой, минус первый от Кучера, Кучер делает минус два, опен фраги пошли, и, скорее всего, это Virtus.pro затащит. Они сейчас должны идти на А, Старик с Мариком уже на Б пришли, все-таки сделали два минуса на Б, надо идти на Б. Нет, такого не произойдет от Virtus.pro. Так, ну что, что-что у нас? Сидят по нычкам Virtus.pro, не спешат никуда. Адрен сейчас будет стычка со Стариксом. Кровавых фильмах. И Кучер делает уже минус 3. Ну, дайте ему пятеру. Ну, Ангел, ну что ты делаешь, что ты творишь? Дайте Кучеру пятеру. На мувик же. Мувик сделайте. Нет, не хотите мувика? Ну и ладно, ну и бог с вами. Профессионалы чертовы. И Марик все-таки сбивает бедного Досю, который даже, наверное, и патрон-то не выстрелил в этом раунде. И Ангел с Кучером зарешали. Молодцы. Да, Нави слишком агрессивно сыграли, я согласен. И смотрим, что у нас. Кучер, рандом пушка, петухан, Ангел калашик. А там еще МП7, всякая фигня. Нет, рандом пушка на самом деле это вот... Постоянно забываю, как называется, 64 патрона. Постоянно хочется назвать Фомасом. Не знаю почему. Доси идет ковры. Никого он там не увидит. А вообще почти оставили по полной программе. Под Б собираются террористы. Ангел нет. Отходит. Видимо, будет не будет никакого выхода. Фокс из окна смотрел. Вдаль смотрел. Бизон, да. Мне надо на лбу написать, что бизон. Я каждый стрим забываю. Ну, не запоминается мне почему-то. В DayZ я с Бизоном только и бегал. Но вот никак не запоминается. Да, да, ты смотрел, как Волына играет, да? О, это P90. Ох уж это P90 от Волыны. Отец Калашан тоже неплохо. Это выход на Б. Где выход? Да, есть выход. Минус от Адрена. Open фраг сделает. И Сеня отлетает тоже от Ангела Калаша. Втроем тут ничего не сделают, скорее всего, уже Натус Винтер, но попытаются хотя бы сделать минусы, отобрать пару дропов через дым, в дыму, Адрен. У-ху, минус 3 от Адрена. Бизона минус 4, и это опять минус 4. Так, стоп. А, нет, минус 3 же сделал Кучер в прошлой игре. Пам-пам-парам-парам-парам-пам. Весь лан смотрел, Никит Вов, ты именно играл на нем, или был в компьютерном зале, или смотрел мой стрим 13-часовой? Ты вроде у меня сидел, да? Да, вот Рена точно АИМ. Я вот говорил, что Членикс у Virtus.pro переняли они одна... Ой, Эдвард, ты что творишь-то? Эдвард, вы что ты делаешь? Вот это было, я понимаю. Адрен, Бизон, тотальное уничтожение на НАТО Свинсеры. Вообще-то, Никит Вов, это Волына. Так, тебе по секрету расскажу. Ладно, пока у нас, можно сказать, ничего не происходит. Здравствуй, Термит. Здравствуй, Фейслес. А почему ты не красный, а почему ты черненьким пишешь? Тебе Сашка выдал медальку, нет? Ну как бы да. это Волына. И вдвоем контры занимают Б. Зря они это делают, потому что это выход на А. И будет бомба поставлена. 30 секунд. Достаточно, чтобы поставить 10 бомб. 9. 8. 7. А представьте, можно было бы каждому закупать, не знаю, хотя бы по 5000 были бомбы и 5000 тратить, на, когда у вас всех по 16000 на бомбу, думаю, было бы вообще замечательно. А нет, Sony, просто они первый раунд плохо отыграли, пистолетку они проиграли, поэтому сейчас сливаются. 3-0 Virtus.pro ведут. Это понятное дело. И сейчас, да, закуп у Natus Winsor, у Марика АВП, как всегда. Покажет нам сейчас, как стрелять с АВП на миде. Смотрим. Старик, Сеня идут под Б. Марик, да, сейчас будет выход на мид с АВП.
Нет, никого он, видимо, не пристрелит. Есть только кучера. Кучера, нет, не будет ловить. Отошел на минус, куда подальше. В библиотеку решил, видимо. Нет, что Марик делает, я не понимаю. Абсолютно. Абсолютно. И что у нас происходит? Нет, Марик издалека решает смотреть минус на выход. Зевс тут, конечно, контролит. Непонятно, почему тогда Марик смотрит. Да, решает уйти в библиотеку. Все-таки самая лучшая позиция, я думаю, с АВП смотреть минус. Ну, Эвил вообще-то играл недавно. Подожди. Не, ну Эвил-то играет. Эвил играет, только не сегодня. И он вроде в датовцах, нет? Он в дат-тим, я почти уверен. Сейчас даже посмотрю, сейчас перепроверю. Так, где у нас тут дат-тим? Ах, не нажать на них, черт. Черт подери. Нет, вот здесь зато нажать. И тут тотальный выход от виртусов. Сбивается, делается размен. Ой-ой, хорошая ВП от Марика, как всегда. Нет, только минус один делает. И... Так, Убик, World Edit, Хуч, Эдик и Бис. Нет, нет, прошу прощения, значит, ошибся. Здравствуй, Сузуки. Да, забирается плент виртусов. Должны они тащить. Ну, я бы не сказал, что это две украинские команды. Что-то. Двое только из Украины, один казах и два русских. Так что Virtus.pro это не чисто украинская команда. Она такая... интернациональная, так скажем. Адрен делает минус один. Сколько он уже настрелял? 8 фрагов он настрелял. Вообще неплохо. Сеня и Старикс пока не сделал ни одного минуса. СТВ... СТВ нет такого понятия. СТВ в CSGO. Есть GoTV. Сайонара. Ты хочешь, чтобы я чаще стримил? Или что? Я понять не могу. Я каждый день с 8 до 12 часов стримлю. Независимости. Ну, правда, отписываю в группе ВКонтакте. Лучше тебе туда просто зайти, чтобы знать, когда я не буду стримить. То есть я перерывчики все равно делаю. А так постоянно с 8 до 12. Тем более сейчас закончится групповой этап. Будет плей-офф. И я даже не знаю, что дальше стримить. Дальше, думаю, опять какие-нибудь турнирчики по доте начинать стримить. Я не знаю. Пока что... Доту я немного плохо понимаю. В плане... пика. И тут на банан выход. Минус Сеня. 4-0, кстати говоря. У нас Винстеры проигрывают. Господи, что такое? Что такое? О, да. Турниров больше хочу. Но не я провожу турниры, поэтому не от меня это зависит. Ай-яй-яй, минус от Фокса. Зевс тут, конечно, набревает, но это не спасет команду Natus Winsor. Хотя, если Зевс сейчас еще одного убьет, у Адрена и у Доси остается 33 хп на двоих. Очень неплохо. Зевс отыграл сейчас. И 40 секунд. 40 секунд, где уже у нас бомба? Бомба у Фокса. Фокс и Дося. 122 хп. Адрен зачем-то идет под Б. Будет, видимо, раскачка маленькая. Минус от Старикса. И 3 в 2. 3 в 2 остается у нас Винсоры. Зев сейчас зарешает, минус 3 он должен делать. Двое осталось, он уже минус 1 сделал, для поправки, так сказать. Ой, прыгает Фокс даже от радости, что увидел Зевса. Друган, я тебя люблю, и начинает прыгать. С нацами все нормально, они еще соберутся сейчас, соберутся. Но он на Ави отлично отыгрывает. Ой-ой, хорошо полетел. Ай, флешка, и Старикс пошел, ему наплевать на огонь, минус один, минус два, Старикс делает этот раунд, отлично! Вот он, переломный момент, будет ли у Виртусов закуп? Да, у них по полной программе будет закуп еще два раунда, как минимум. Поставлена бомба, они хоть и проиграли этот раунд, но смотрим, что у них будет. Закуп у Нави гарантирован на 100%. 7 апреля, кстати, да. Будет еще один лан, лан-микс, я его тоже, скорее всего, буду стримить, но уже буду с плей-оффа стримить, потому что с отборочных стримить это нога, рука-лицо, нога-яйцо. Прошу прощения, но 13 часов опять стримить я не смогу. Можешь еще, кстати, на рандомный паблик заходить и комментить тот ад, который там происходит ради прикола. Но я, кстати, миксую со зрителями иногда. КСС, CSGO, то есть я как-то чередую и в КСС, и в CSGO, там, кто участвовал, тот знает.
Так, что у нас творят террористы? Террористы опять от минуса пока что играют, не собираются никуда идти. И в закрытую засели на пленте Б. Синий и Старикс, я думаю, отличная связка. Ой-ой-ой, Ангелы сейчас набривают тут спину. Нет, он делает минус Эдварда, господи. И на Эдварда нашлась управа. Да, Никит Вов, ты не участвовал, я это стримил днем все-таки. По вечерам я не очень люблю играть. Ой, я про что-то совсем забыл. Да-да, привет снова. Блин, я с iPad посмотреть не могу. Интернета не хватает, да, АЕ? Да, СНГ команда, так будем называть, Virtus.pro. Нет, ну это Virtus.pro, это Virtus.pro. И это выход на Б сейчас. Кидаются флешки, дымы. И пошел выход. Тут еще Дося, правда, что-то на А делает. И это выход, тотальный разгром. Сеня, Старикс, привет, пока. Нет, все-таки... Ой, в темный уже Адрен как прошмыгнул, никто не заметил. Отлично делает Адрен, минус 2. Ну, это не Адрена сегодня не остановить. Остановись-то, бэйби, говорит Марик. И все-таки... Ой-ой, нет. 5-1 выигрывают Виртуса за террористов на карте Де Инферно. Что происходит? Нави, соберитесь. Нави. А, ну да, да, конечно, учиться надо, все дела. Не слышал. Вот я с Соней солидарен абсолютно по полной программе. Так, закуп у команды Virtus.pro, это понятное дело. Все у них по экономике хорошо, кроме Кучера. Кучер как-то отстает, он 3 раза умер, но и Доси 3 раза умер, но у него 6250, а у Кучера 300. Непонятненько. И Кучер убил вроде больше, кстати, сделал минус 3 и все. 4 фрага, все, больше не хочет он убивать. Отдает все фраги Адрену, видимо. А вот у остальных как-то все вообще по маслу все идет, знаете ли. Да, выход будет, видимо, на А. Кучер контролит банан. Оп, все, нормальная мышка, нормальная. А давайте крестики-нолики пока поиграем, пока они не вышли, да. Опять читерные крестики-нолики. А давайте я здесь ставлю крестик, вы здесь нолик, я здесь крестик, вы здесь нолик, я здесь крестик, вы здесь нолик, я здесь крестик, я выиграл. А вы здесь нолик, вы тоже выиграли. Победила дружба, дамы и господа. Все, на шифте прошли у нас Виртуса. Заполонили весь плента. И опен фраг от Ангела. Адрен делает тоже минус. Ой, тут Зевс. И... Нет, Дося, что произошло? Что произошло, Дося, ты мне скажи. Тут Кучер, да, до сих пор банану контролил по полной программе. На сигарете стоит Адрен, но... Унижают. С пистолетика, увы. А, квадратиками играть? Ну, ладно. Ладно, продолжим. Так, я здесь ставлю крестик, вы здесь нолик, а Hell Knight здесь ставит квадратик. Я здесь крестик, вы здесь нолик, а здесь ставит квадратик. Короче говоря, опять победила дружба. Точнее, никто не победил. Спасибо, Sony. На самом деле, много говорят то, что нельзя плюсики ставить. Было бы нормально, если каждый день можно было бы один плюсик ставить. То есть сегодня один плюсик, завтра один плюсик и послезавтра один плюсик. Я, правда, бы стрим вообще не врубал. Оставил бы себе по КД плюсики, и так где-то через год у меня было бы 365 рейтинг. Но это было бы нечестно, я думаю, нечестно. Так, что у нас творится? Минус Кучеру, минус Зевс. Привет, пока. И... Ангел 34 хп, Старик 70 хп. Закуп у команды Нансвинцеры. Они проигрывают сейчас счетом 1-6. Как ты так ставишь, Никит Вов? Скажи мне. Ах ты! Читер, Hell Knight! Только я здесь могу читерить в крестиках-ноликах. Нет, это не пойдет. Так не по правилам. Здорово, Скэтман. Так, минус от Эдварда еще. И втроем, вдвоем остаются на Virtus.pro. Господи, у меня от Скэтмена то, что он пришел на мой стрим, сразу дух переп... Все, я не могу разговаривать, смотрите сами. 20 секунд остается у Фокса. Ай-яй-яй, набрили ему на голову. Скальп снимают потихонечку. И один в один просто. Virtus.pro. Нет, все-таки Старикс. Молодец. Старикс делает он этот минус для своей команды. И второй раунд за Natus Vincere. 6 раундов, правда, Virtus.pro взяли уже за террористов. Что это за смайлик, Скэтман? Что это за червяк? Это эволюция? Это твоя игра эволюция? Перешла в мой чатик? Нет, не надо мне такого. Пожалуйста.
Ах ты, Никит Вов, читер. У меня тут два читера вообще. Так, что у нас происходит? Опять Нави в наглую играют, идут по банану. Кучеру, конечно, летает отличная ХАЕ. 49 хп, привет, пока. Сеня спрячется в убежище. Да чтоб вас, а, со своими червячками. Волына, и ты туда же. Сова. Ну, Скэтман сейчас закидает просто смайликами. Коровка, давай, давай, давай дальше. Я хочу больше смайликов в своем... А волыни только бы повторять вообще, а? Только бы повторять. АЕ, ну я поздравляю тебя, что ты смотришь эту трансляцию с телефона. С уник вводишь hltv.org и смотришь сам. Ясненько, понятненько. О, бананчик. О, няшечка. Да, я все буду так комментировать теперь. О, Зес, няшенька, Адренчика снял. Ой, Эдвард сделал минус 2. Ой, кучер, все-таки размен на Эдварда. И тут кучер остается один, тут без каких-либо утверждений на то, что он затащит. Да, последний минус от Сени. И 3-6, наконец-то переломный момент. Сашка Киржаков. Апельсин. Мы делили апельсин. Никитвов Джигурда, а Сайонара... Ёжик, все понятно. Всем пека, пацаны. Наконец-то переломный момент. Ясненько, понятненько. Нет, если бы South Park так много смотрел, то я бы именно так разговаривал. Ясненько, понятненько. Ну и все-таки история этого учителя. Про то, как он не выбросил мусор, да? И там его шпилевили. Медвежонок. Ну как, медвежонок? Мистер кто-то там. Ой, это жестокая серия была, конечно. Мне после этого как-то ясненько-понятненько и обидно за этого учителя. Кучер делает опенфраг и сразу же отдается бедному Стариксу. Старикс остается один на банане, и также его сбривают. И Марик нет, Марик уже с АВП, да? Скажи мне, что ты с АВП, друг, и ты сейчас Ангела и Адрена убьешь. Нет, он с Эмкой. С Эмкой, но флешка и Грена и... Конечно же, он ими воспользуется по полной программе. Зевс, ульти, давай. Прокаст, ульти. Аганим, рефрешер. И основа ульти, прокаст. За игрой следить? Нет, не слышал. Вы слишком много смайликов кидаете. Он психо... А, да, психологом был. Вот видишь, я не смотрю. И это выход. Выход на Б. Тут Зевс, Марик отлично сейчас должны были принимать, но Марик вышел зачем-то в открытую. Там дым на Зевса, Эдвард остается на А, и это будет сейф. Сейф от команды Not Swincer. 7-3. Ой, хорошая грена Фокса прилетела. Гаста, нет, никакого ВХ. Все, видишь, нет ВХ абсолютно. Это не читы, это не членикс, это не еще какой-либо другой чит. Запомните эту щель, на которую сейчас Дося, да, его фактически не видно, а вот зато он все прекрасно видит. Ну, Скэтман, я иногда, повторюсь, миксы играю со зрителями в CSS и в CSGO. Я больше в CSS умею, нежели в CSGO. Я аваппер по своей сути, и поэтому CSGO, АВП меня очень-очень, скажем, не радует АВП меня в CSGO. Запомните эту щель. Ты троллина. Сони троллина, все понятно. Так, кто там к Сузуки присоединился на Good Game? Это Снип. Снир. Спиртик. Все, я прочитал твой ник. Я молодец. Сам себя не похвалю, никто не похвалит же, да? Я почти в этом уверен. Опять втроем занимают Not Swincer, Сеня. Флешку на чек. Нет, опять от минуса играют. Ой-ой, прошу прощения. Ой-ой, прошу прощения. Давай, Волына. Встретимся в онлайне, так скажем. Прощай, мой друг, прощай. Нет, надо все-таки ВХ врубить. Спасибо, Скэтмен. Я знаю, что я молодец, но все равно. Надо же было хотя бы себя похвалить для приличия. Доси отлетает, и Натус Винсеры сейчас есть у них большой шанс выиграть этот раунд.
Посмотрим, конечно, как они будут играть за террористов. Очень неплохо они выходят все вместе, да, раскидки неплохие знают и тому подобное. Все-таки тренируются днем и ночью, вечером и утром, круглосуточно. Нави играют на пабликах, на миксах, на... Ой-ой-ой, как кучер зажимает, просто неплохо. Старик тут с темной тоже выходит. А, и что у нас? 2 в 3, 2 в 3, ставится бомба от Фокса. Камера, переключайся, плохая камера. Плохая камера, там Эдвард уже приходит сзади. Хм. У меня камера должна сама переключаться вообще-то, да? Угу. Ладно, давайте посмотрим на лежащего террориста, да? Нет, тут переключу и перезайду в GoTV, чтобы нормально переключалось. Что у нас тут? Фокс, минус 2, хорош, и в один. Мало времени у Фокса, чтобы затащить этот раунд. Плохая киса. Да, пожалуйста. Пожалуйста, Скэтман. Всегда рад тебя видеть на своем стриме, так что приходи. Также приду на твой. Поугарать над эволюцией, а в особенности эти глаза напротив. Глаза напротив. Так, ну что у нас? Слив у команды NapSwincer. Скорее всего, это будет 9-3, если они не сделают расчудесное чудо, как было в клинике. Кто смотрел, тот поймет. Во втором сезоне, когда Терк прибежал на елку. А там женщина рожала, между прочим, да. Вот такие вот дела у нас происходят. О, завтра батла. Не, у меня есть единственный стример, которого я смотрю, который играет в батлу. Это Хендриксон. Хендриксон Fire. Мне нравится просто его комментарий, когда он в батлу играет. Особенно, когда он рейджится. Вот это вообще так великолепно. Фокс тут прооркадил. Так, господи, я не за террористов. Что я творю вообще? Что говорю? Бомба слета от Эдварду. Перепала тоже свинца в голову. И остается бедный Марик. Бедный Марик с М-кой. Он закупил М-ку зачем-то. Непонятно не зачем. Да, зажимает его со всех сторон. И кучер ставит точку в этом раунде. 3-9. Катаны разбегаются. Какие катаны? Придут еще катаны. Сони, не волнуйся. Успокойся, расслабься. Приляг на диванчик. Вруби стрим погромче. Нет, лучше потише, а то я как заору. Ой, будет плохо. Ой, будет плохо вашим ушам, дамы и господа. Что у нас? Сеня и Старик, как всегда, на Б. Нет у них такого, что кто ближе, тот и пойдет на плент. Ну ладно, ладно, Скэтман, я приду. Так, так уж и... Уговорил, уговорил меня. Ай-яй, КУТВ, хватит лагать, прекрати. Что ты делаешь? Ахаха. Ахаха. Так, был размен Ангела на Эдварда. Неплохой, в принципе, размен. Причем Ангел-то у нас... Да, сегодня тоже решает по-крупному. Только Дося себя плохо показывает из-за террористов. В Марике больше дырочек, чем Саша Грей. Господи, какие шуточки-то у вас, господа! Какие у вас шуточки? Силиконовая долина. Все, пошло, поехало там от Юры. Сейчас сиски будут. Сиски! В чатике, дамы и господа... Господи, сколько я раз, дамы и господа, сказал? У меня каждую игру какая-то определенная фраза есть, которую... Вот все. Приходите с... Не знаю, с пивом, с водкой, чем хотите. Приходите на мой стрим, и когда я буду говорить одно и то же слово, вы выпиваете. И будете говорить, насколько вы пьяны каждый стрим. Чтобы у меня эта патология постоянно не повторялась. А я против спирта и вообще всех этих... Railway только у тебя. Да, если кому надо, там в GoTV сидит 256 человек. И у них тоже лагает, так скажем. Нет, ну не сегодня я поиграю в CS с парнями. Ladies and gentlemen. Так, 9-4. Virtus.pro ведут. Очень хорошо, не играют, как вы можете заметить. Старикс опять в наглую. Ну что творит этот человек? Что творит Старикс и Сеня? Я не понимаю. Зачем они опять в наглую отдают план Б? Но сидите вы, сидите на своих позициях. Нет, надо что-то постоянно подаркадить, что-то... Вот, нормально же сейчас отыграл Зевс. Ну, правда, ну, размен-то ну, 47 на 32, не знаю даже, как сказать. Лучше это или не лучше.
Да, он отходит в плент. В закрытую просто смотреть надо. На ту свинцер надо забирать последние эти два раунда в конце концов. Соберитесь, тряпки! Соберитесь, вы... Ниндзя в пижамах выиграли. А тут каких-то Virtus.pro не можете? Да можете? Ladies and gentlemen. Да. И это будет выход на Б. Ангел там что-то вообще в наглую ходит на... Так, Дойс тоже отходит. Да, это будет выход, выход. Сеня, отличный головошот. Тут Тарик тоже сбоку помогает. Нет, 20 хп и, скорее всего, сбреют. И 2 в 2 размен. Отлично. English, не, не слышал. Never here. Марик, number one. Фокс, 7 хп. Кидает он коктейль молотов. Лучше бы выпил. Пьяный мастер. Показал бы нам пьяного мастера. Все мы, думаю, помним. Этот фильм с Джеки Чаном. И много вообще пьяных мастеров было. Ой-ой, и все. Минус Фокс, минус Тося. И 5-й раунд берет Натус Винсер. Посмотрим, как они, конечно, играют за террористов. Есть диффуз у Эдварда. Не побоялся он им воспользоваться. Красный, красный давай. Да, все-таки он не такой дальтоник, как я. Эпити. Не, я говорю, у меня все окей, все хорошо. И 8 человек на Good Game, кто еще добавился. Look this gamers TV, здравствуй, друг. Не хочешь, видимо, ты все-таки со мной общаться. Рассказывай, второй в стране пьяный мастер. Ну, не знаю, не знаю. Есть хипстеры, есть аллергологи, ну, люди, у которых аллергия на... Все эти алкогольные напитки. Есть у меня хотя бы как минимум друг один, у которого аллергия на спиртные напитки, поэтому он не может их пить. Open фраг был от Марика с ВП в коврах, отлично. И что у нас? Что у нас будет? Это выход на А. Смотрим, да, вот это все будет сейчас выходить сею дружную гурьбою на плента. Там, видимо, дым на миде. И Старик сейчас будет заходить. Ой, Марик вообще хорош! Хорошая ВП показывает Эдвард. Без минусы, и Дося остается 1-8 хп, и это 6-й раунд за Natus Winsor. Отлично, Good Half должны написать сейчас Virtus.pro, потому что действительно отыграли они очень хорошо. Ну почему, не повезло, зато печень в порядке, допустим. Почки в порядке, нет никаких камней. Так что вот. О, и тебя я увидел, Luxus Gamer с ТВ. Ты, кстати, стример? Потому что у меня вот, допустим, ТВ, потому что я стример. А вот у тебя ТВ, потому что ты стример или не стример? Давайте поговорим. У нас есть 30 секунд, чтобы поболтать. С вами Фанат Рока, и это Star Series, 5-й сезон. Natus Winsor против Virtus.pro. Virtus.pro сейчас на 5-м месте. В групповом этапе им надо сыграть... Virtus.pro надо сыграть последнюю игру, чтобы точно занять 4-е или 3-е место. Посмотрим. Да, они обгонят даже The Nation. Сейчас Natus Winsor выиграли, поэтому у них 36 очков. У Virtus.pro, если они сейчас выиграют Na'Vi, будет 34. Да, 34. Получается, Нипы точно на первом месте будут. Дальше за ними идет Natus Winsor, дальше Virtus.pro, а дальше уже Alternate, как сыграет последнюю игру, так и будет, в принципе. Либо The Nation займет последнее 4-е место, либо Alternate Attacks. Но Alternate Attacks только что плохо сыграли с Natus Winsor, проиграли 16-6, да, и им последняя игра с кем-то остается, не знаю точно с кем. Надо будет посмотреть потом таблицу и сказать вам точно. Пистолетка, первая пистолетка и первый open фраг от Адрена. Virtus.pro начинают решать сразу же, с самого начала. Не сидится им на месте. Мы делили апельсин, много нас, а он один. Поделили апельсин. Нет, Сузуки, за тебя не иду записывать видосы. Ну, прости. Нет, иди работай, Сузуки, иди работай. Я понимаю, что тебе нравится, как я комментирую, но все-таки иди работай. В конце концов, это будет благо как и мне, так и тебе. И это выход на Б. Постовый, отлично. Давайте Na'Vi, минус от Зевса, минус от Марика, отлично просто. И Ангел с Кучером.
Подходит, но поздно, поздно уже бомба стоит. Будет закоп как минимум во втором раунде у Натус Финстера. И это заява, заява на победу, заява на взятие 3 раунда подряд. Ой-ой, прочекали Зевса, у него было мало хп. И 3 в 3, есть большие шансы у Virtus Pro. Господи, что происходит, а? Ой-ой-ой, Сеня, Сеня, что делает? Давай минус 3, друг, нет, Дося делает минус 1 и 71 хп, у него есть, делает минус 2, не знает, где противник его, бомба тикает, тик-так, тик-так, и Эдвард, уху, Натус Винсер берет 7-й раунд, дамы и господа. Ladies and gentlemen. Кто спамит? Никто не спамит. Семь-девять до сих пор проигрывают Натус Винсеры. Но сейчас будет у них закуп. Да, я вижу уже несколько калашей, несколько дефендеров, несколько полетели мозги в космос. Прощайте, мои мозги, прощайте. Я буду помнить вас. Хотя как я буду без мозгов помнить, я не знаю. Так, вот, Бизончик от Сени, рандом пушка, Марик Дефендер, Эдвард Калаш, МП7 у Зевса и Старикс, видимо, ни с чем. С Греной. Все, он с Греной. Этого достаточно, чтобы затащить с Глоком и Греной. И, кстати говоря, броня. Да, боролся до конца, все правильно делал. И тут минус 3, конечно же, от Натус Винсера. Бомба, бомба у Старикса, оба контра на Б. Отлично, дым на хелпу, и сейчас будет сбрит кучер. Да, минус делает Марик, и никаких шансов у Доси. Опять он остается один, бомба будет поставлена, опять один в три, и давай, Дося, 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 Дося. Я даже не знаю, за кого болеть, я болею за красивую игру, поэтому Натус Винсер и Virtus Pro, тащите. Приветствую в клубе, когда я в клубе, чиксы танцуют. И минус еще один от Марика, 8-9 Натус Винсеры выигрывают вторую половину с счетом 2-0. Да, и слив у команды Virtus Pro, и это будет, скорее всего, 9-9. Но не берусь говорить точно, я поэтому говорю постоянно, будет, скорее всего. Кстати, кому интересно, после этого стрима я решил еще немного ночного бендмастера. Просто музычка, радио, можно сказать, чисто для вас. Я с СК2 ТВ уберу стрим, чтобы никто больше не заходил. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Чиксы танцуют. Мансуют. Танцуют. Что происходит с ним, а? Что, со всеми такое происходит? Нет? Ой, хорошая, смотрите, да, подсадочка. Так, нет, не будем на его яички смотреть. Это неприлично, не гигиенично все-таки. И двое на минусе, никто ковры не смотрит. Да и нафиг они сдались. Не знаю. Рыбки, они апельсин на самом деле хотят взорвать. Прости, прости, Соня, больше не будет, не будет, не будет. Все, это были последние мои слова. Соня сейчас едет уже, выезжает ко мне домой и скоро покарает меня. Оп, ой, возможно, у меня даже лаги были, потому что у меня стрим врубился на... Нет, не было никаких дропов. Он тут до сих пор сидит, кстати говоря. Ну, походу, мне просто нельзя пробел нажимать, тогда все сбивается. И тут смотрим. Опять стоит бомба. Старикс, Эдвард, 23 хп на двоих. Марик, 100 хп, должен сейчас тащить. Посмотрим за Мариком, потому что у него самая выгодная позиция, чтобы отключать ключи АК-47. Нет, 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 еще раз нет, Никит Вов. Чтобы на моем стриме таких слов не было в принципе. Марик, Марик, давай, Марик. Ой, стреляет по своему. Бей свои, чтобы что не боялись. 7 хп снимает Эдварду. И один Дося опять остается. Господи, 3 раунда подряд. 3 раунда подряд, но нет у него никаких шансов. 16 хп и привет, пока. Бомба взорвется. Кошмар. Ужас, ужас. Плохой стример из меня. Заикаюсь, что-то говорю не то, что надо. У меня бом-бом бомбануло. Вот, ладно, понятно. Я имею в виду, когда закончится вот эта сейчас игра, я включу Бендмастер, и кто пожелает остаться со мной, да, поговорить, там, поболтать, хорошую музычку, сказать, что я робот и тому подобное, как бы уберу с СК2 ТВ, чтобы никто не заходил, никто не минусовал, потому что игра не всем может понравиться. Они же крутые, кто крутые? Virtus Pro 9-9, наконец-то Virtus'а, Natus Winsor'ы берут свои заветные раунды. Свои
Ладно, я пойду обрабатывать два новых часть Би. Да, посиди на сайте, пожалуйста. Ты, наверное, уже ушел, скорее всего. Нет, ты как раз-таки не ушел. Да, посиди, чтобы просто в топе был. С iPad не идет, потому что ни iPad, ни флеш... Нет флешплеера. Да, плохо быть. Витя и Максим. Так, а я что-то... А, крутые, Витя и Максим, все понял. Бомба-бом-бом, тонт помш, норм стрим, хорош гнать. Ладно, проехали. Так, open frag на Стариксе, и это заява от Virtus.pro на то, что они все-таки затащат. Но посмотрим, что они сделают с Надо Свинцера, который попытается выйти на Б, а Дрен и... Ой, Фокс, Фокс отходит на А, господи. И сейчас будет неплохой выход, выход на Адрена. Флешка пошла, Фокс сразу уже уходит обратно. А, нет, я случайно это сделал, нет. И смотрим, Адрен, минус один, только минус один успел сделать, и Зевс... Фокс будет принимать сейчас. Ой, хорошо, набривает Зевсу с бомбой он. Должен проходить, ставить бомбу. Через дым не попадает Фокс, увы. Смотрим за Сеней. Сеня сейчас... Ай-яй-яй-яй-яй. Сеня, да, нет, успевает все-таки сделать один минус. И втроем контры остается. Сейчас еще раз перезайду в Go TV, чтобы... Ага, не, сама переключалась, я вот такой плохой. И это 10-9 в пользу Virtus.pro. Не будем смотреть, как бомба раздефится. Там пароль не меняется. А вдруг вы запомните и будете за секунду разминировать бомбу. Нет, так не пойдет, дамы и господа. Так не пойдет, ladies and gentlemen. Буду теперь так тоже говорить. Раз уж вы написали. Ну, останься просто в чатике, ладно? Все. Так, Twitch, если там кто-то есть... Если есть кто-то на Твиче, я вас жду, я жду ваших комментариев. Хотя, навряд ли. Навряд ли. 53 человека, да? Кто меня видит вообще на Твиче? Я там где-то в донышке вообще далеко. Так, что у нас творится? Террористы вчетвером, дружную гурь... Нет, на пробел не нажимать, Вот так можно. А, да, есть такие слова-паразиты. Да, у всех стримеров есть слова-паразиты, которые они постоянно повторяют частенько. Особенно на таких турнирах, то есть, когда надо, можно сказать, постоянно комментировать что-то, а не одиночные плееры. Я вот люблю поговорить очень сильно, очень быстро, и, не знаю, я... Мне бы на скорочтение записаться, что ли. Представьте, если я сейчас так говорю, да, достаточно быстро и много, то представьте, каково будет Адрен, Адрен, минус один, все-таки, ай, что ж ты, мало-хнало убил. Кучер настреливает через дым, и что же будет, ой-ой, хорошо, через дым по моделькам стреляет, но модельки-то за текстурами, фиг там, сказали Нато Свинсера, и ой-ой, Эдвард опять в щель смотрит, оп, все, есть, заметил, Досю минус, и Фокс с Ангелом остаются вдвоем, Стина Канделаки поговори, о господи, нет, я не выдержу, ты что, я не выдержу, она слишком быстро читает свой текст, и минус от Ангела, минус Фокса, и это 10-10, очень-очень серьезная игра, очень. Никто не хотел умирать, так сказать. Да, старик, что ты делаешь? Прекрати уже по своим стрелять. По Эдварду особенно. По Эдварду постоянно свои стреляют. Непонятно, что происходит. И умирает бедный ангел. А, и Эдвард тоже умирает. Все умерли. Ее никто не переговорит. Не переговорит. Да ладно, Соня, ты что? Я не тараторю. Я пересматриваю свой стрим, и там... Я не знаю... Как называется в Старкрафте? АМП, да? Это... Ой-ой, так, на фаст. Нет, я думал, ангел на фаст будет чекать второй мид. Есть такая тема. Очень много, часто ею пользуюсь. Видел, как лучшие команды мира, да, ее тоже пользовались. То есть фастом пробегать вот таким вот способом. Нижнюю. И чекать сразу на фаст второй мид. Но что-то он не захотел. Слив у команды Virtus.pro. То есть это затар на победу от Na'Vi, потому что у них есть калаши, они не побоятся им воспользоваться. Это выход на минус. Господи, Кучер куда смотрел на своего мейта, отвернулся, и это было зря. Это был фейл, большущий фейл. Ой-ой-ой, ангел, сбегла на Марика, убивает Эдвард, минус два. Господи, давай, Эдвард, мсти ему, мсти, хватит уже убивать тебя, мсти своим. И Адрен остается один в яме, в квартире. Кухня на мостике, в своих коврах, пойдет он в чужие ковры, нет, на самом деле это уже наоборот, он получается в чужих коврах, сейчас пойдет в свои ковры, потому что он за КТ.
Ну что происходит у нас с Винсера, я вообще не понимаю. У них квадратики, что ли, там действительно, и они стреляют непонятно. Они по своим стреляют, и это уже третий раз видно, что они стреляют по своим. В Эдварда первые два раза стреляли, а теперь Эдвард своих стреляет. У-ху-ху, как Адрен вышел, просто там 4. Пати Харт устроили террористы. 7 эмоций, пацаны. Я даже вспотел немного. Подождите секундочку, я сейчас открою окно, потому что действительно мне стало жарко. Мне стало жарко от такого. Да, кстати говоря, через 20 минут закончится стрим, потому что приедет полиция и заберет меня в дурку. Вот такая вот игра слов. Так. Оп, нет, отвечать никого нигде нет. Только СК2ТВ родимый, и это первый open фраг от Зевса. Сразу же его разменяли на Фокса. Старикса на Фокса и... Ой, какого? Фокс. На Адрена. Ой-ой-ой, Сеня опасен. Когда он берет Бизон в руки. И вчетвером остается Виртуса. Натус Винсер выигрывает один здесь, но это недолго. Ненадолго. Возможно, даже ничью сыграют. Есть большая вероятность этого. Потому что 11-10 выигрывает Натус Винсер. Сейчас вдвоем они остаются. Бомба у Эдварда на руках. И выходит Эдвард на минус. Там... Уху-ху. Чекает-то Фокс. Ой-ой-ой, через дым хорошо попал. Хорошо попало, и дальше идет кучер, господи, 13 хп у Зевса, и будет сейф. Поздно, Халк Найт, я уже простужен. Куда уж дальше? Гриппуем, сегодня мы с тобой гриппуем. 14 человек сразу же после моих криков покинули наш стрим. Видимо, слишком громко у них были наушники. У них компьютер взорвался. Обидно за их компьютеры, но мы продолжаем. Ред, что Ред? Фокс, наркоман, нет, не слышал. И, ой-ой, хороший чек от Ангела, но Ангелу настреляли больше, нежели он, потому что он вообще никого не попал. И ты был слаб, да, понимаешь? Здорово, Кабаныч. Ты когда-нибудь посещал мои стримы? А дальше Ангина, да, потом... Дальше, пока не умру, да, от рака. Отлично. Отличный затар ты мне делаешь. Мне даже хотелось сейчас пойти и закрыть окно. Но я не буду этого делать. Все равно как-то жарковато на этой игре. 11-11. Ничья между Virtus.pro и Natus Vincere. Natus Vincere сейчас за террористов играют против Virtus.pro, которые защищают Plant A и Plant B. И сейчас они попытаются запланить всю планету на B. Natus Vincere. Да, выход, флешки есть, Адрен, Фокс зафлешены, в них тоже летит флешка, и Фокс сейчас будет делать open фраг, да, open фраг от Виртусов, 2 минуса, Старикс тоже размен делает, и ой-ой-ой, Фокс делает уже минус 2, хорош, 8 хп у него остается, и тут, конечно же, Доси, последний магикан, бежит, сломя голову за Зевсом. Ой, Зевс, хорош, вообще М-ку взял, нет патронов в ней, и сейчас его будут давить вдвоем контры. Бедный Зевс. Бедный. Только головошоты ему помогут. Головошоты, я сказал, Зевс, ну не Доси же, я сказал. И это 12-11 выигрывает Virtus.pro. Я все-таки закрою окно. Ладно. Так уж и быть. Уговорил. Оп. Все. Я закрыл окно. Я возвращаюсь за компьютер. Оп. Ну ты же сейчас сидишь под окном и заболеваешь. Нет, он смотрит стрим фаната Рока. С вами фанат Рока, и это Star Series, 5 сезон, лучшие команды по CSGO, по мнению Star Ladder. О, хорошо теперь, свежо, я бы сказал. Так, что у нас? Слив команды Natus Vincer на пистолетах и флеш... Ой, дымах, господи, 5 дымов взяли в руки, зачем только, зачем? Если все равно не воспользуют, вот видишь, человек заботится о твоем здоровье. Да! Вы ж мои... Как называется-то? Здравоохранение. Министерство здравоохранения, а не чатик какой-то. Так, под Б. Собираются террорист. Нет, Сеня уходит с бомбой за машинку. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, Фокс! Я думаю, не нуждается в комментариях то, что сейчас произошло. Дым мне не слышал абсолютно. Сказал Фокс, и ему же тоже прилетело.
Вдвоем Кучер и Фокс будут защищать Plant A, Defense Plant A. Sorry, Plant B. And it's rush. Отлично! Минус от Кучера. Бедный Эдвард отлетел сразу. Сеня уже за желтой сидит. И 14 хп у Фокса. Фокса должны убивать. Нет, Фокс делает минус Зевса. И мало хп у Сени. И минус один. 16 секунд. Давай, решай. Три мента осталось. Есть все шансы. Но нет. Он не смотрит уже назад. Ой, Сеня молодец какой. Бомбу-то здесь не поставить. Да, увы. Нет. Не успевает он даже пройти. Дальше, и это 13-11, Virtus.pro побеждают пока что на 2 раунда, и остается 3 раунда им взять, чтобы победить в этом матче, или 2 раунда, чтобы хотя бы на ничью выйти, я не знаю, как ничья будет им. Давайте посмотрим, так, Virtus.pro, Natus Винсеры, у них сейчас 36 очков. Ага, то есть они, Virtus.am надо обгонять The Nation, то есть им по-любому надо выигрывать этот матч. То есть им не нужна ничья. Ой-ой-ой, Ангел в наглую просто вышел. GoTV, я тебя ненавижу, честно. Я тебя ненавижу. Привет, Эванс. Какая группа Not Found? Ты о чем вообще? Министерство здравоохранения? Грюнт 64. Здравствуй. Здравствуй, дорогой. Так, что у нас происходит? Ой-ой, нашмаляли очень хорошо. Не знаю, кабаны, честно. Без понятия. Я вот серьезно говорю, я не знаю, почему я там. Вконтакте, наркоманим. Так, что у нас? Старикс, Сеня, 28 хп на двоих. Все плохо для Нави. Скорее всего, это будет 14 раунд в большую свинью Virtus.of, то есть копилочку. Зевс тут попытается сделать, пошрудить на Б, чтобы... А, кто-то пришел. И да, Фокс сразу же отходит. Фастом. Нет, не повелся он. Марик тут уже на минусе. Делает минус один. Фокс разменял его. И 29, 15, 13 хп. Господи, все плохо у Нави. 17 секунд. И фловые абсолютно террористы. Да, Доси решает в этом раунде. И сейчас Грен. Отличная Грена от Фокса. И это 14-11. Виртуса пока что выигрывают. И будет ли закуп у команды Нави? Нет, закупа фактически не будет, но посмотрим, все-таки решат. Да, решили закуп сделать. А, это даже, они уже закупились, я только сейчас посмотрел, понятно, все ясно, понятно. А, так, стоп. Нет, все правильно, волевой, последний закуп, можно сказать. Если они сейчас проиграют, то все, это ГГВП, Virtus.a выиграли и выходят в плей-офф. А, Нави, конечно же, тоже выигрывают и выходят в плей-офф, ну, проигрывают, выходят в плей-офф. Потому что они только что выиграли Alternate Attacks, и у них будет 36 очков у Natus Винсеры, да. И они точно 100% выходят из группы, из 16 команд. Проиграли они всего лишь 2 раза, сейчас, видимо, будет 3-й раз. Ladies and gentlemen. Ой, хороший от Ангела выход на минус, ой, на мид, прошу прощения. Так, ну что, буду что-то принимать, у нас 3 террориста оставшиеся, Марик на плюсе, нет, отходят подальше куда-то, все выходят, мир, дружба, жвачка, да. Я сейчас посмотрю, как только закончится этот матч, а закончится он достаточно быстро, потому что осталось последний раунд, можно сказать, буду сам, потому что, да, они берут 15 раунд свою копилку, свою... Ну, вы поняли. Ладно, все-таки открою я сейчас. Ку-ку-ку. Страница не найдена. А, черт. Обидно, наверное, да? Эй. Оп. О, что это за страница вообще? Покинуть эту страницу. Ну, все. Я не вижу чатик. Отлично. Спасибо. А, минус от Ангела. Отлично просто. И это большой затар на то, что сейчас выиграют Virtus.a. Ой, потушили дымом. Ой, отлично, Старикс на тайминг вышел просто, флешку кидал Ангел. И 4-4 уже этот раунд проходит. Ну, они медведи, но копилка-то... Ладно, копилка из медведя. Как скажешь. Пусть будет копилка из медведя. Не будем.
стандартное мышление включать, нафиг оно надо. Мы все-таки на стриме по CSGO, с вами фанат Рока. Самый главный наркоман среди стримеров, я думаю, вообще. Хотя нет, есть более такие наркоманские эти. Ой, Виртуса, Виртуса делает. Так, Эдвард все-таки сравнял опять шансы своей команды и 3 в 3. У Фокса очень мало хп, калаша 2 штука, 1 штука, 0 штука. Нет, у Фокса калаш и это, господи, Нави вырывают победу. Вырывают ничью, не хотят, не хотят никак они, чтобы Virtus.pro вышли в плей-офф. А, лагает не стрим, лагает GoTV, и с этим ничего не поделаешь, у всех лагает GoTV. Телевизор. А если лагает именно стрим, то есть у тебя прям дропы такие, что ты слышишь мой голос, но картинки не веришь, тогда это уже, прости, но твои проблемы, потому что у меня никаких дропов нет. Кабаныч, не надо никого защищать, просто один парень пришел, я уже ничему не удивляюсь после этого. Сказал, у тебя клевый ник, и поставлю-ка я тебе минус. Адекваты. Нет, ладно бы, если бы у меня стрим действительно лагал, там, да, плохие комментарии были, или я молчал, была бы музычка, я просто в какой-нибудь лол-доту играл. Я тогда еще понял, почему минус. А так, просто из-за того, что ник, ну это глупо. А какая разница, какой у тебя интернет, если, допустим, ты не будешь получать все пакеты от Твича, и это уже будет проблема Твича, а не твоя. Потому что от меня до Твича идет превосходно, а от Твича до вас это уже другое дело, понимаешь? Зайди на сам Твич, чтобы пакеты еще на СК2ТВ Твича не переходили, а с СК2ТВ уже на тебя. И посмотри, будет ли лагать там. Потому что в основной массе у 95% не лагает. 5% это ты и люди, которые смотрят с айподов. Ну, да, 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 потому что... Минусовать за ник, это уже настолько... Я не знаю. Без понятия, телевизор. Я тебе говорю, что 95%, 5% это ты, у кого лагает, и два человека, которые пытаются посмотреть мой стрим с айпода. У одного стрим не запускается с айпода, потому... Ой, все, это последний раунд нам экспода, потому что у меня слетели настройки GoTV. Да, мне теперь придется самому переключать. На айпаде тоже лагает. А ты не с Сибири, случайно, друг? Да, минус от Доси, отлично, выход, выход на плент. А, господи, как залагало GoTV, ну прекрати же ты. Ну последний раунд все-таки, и Фокс делает еще минус 2, и Эдвард последний, и это ГГВП. Виртуса выигрывают, выходят в плей-офф, выходят из группы, из 16 команд. Буллет, ну вот так как-то. Да, поздравляю Виртусов с этой победой. Ну, это GoTV, простите меня, пожалуйста, но вот я не виноват, у Слэма там все в порядке, потому что он сидит в спеках. Поэтому он не в GoTV. Так, Help Knight, я понял, что ты Сибирь, успокойся. Так, все, я сейчас поставлю. Кто хочет, оставайтесь, поиграем вместе в Bandmaster. Пока что напишу, что всем спасибо за игру. Ой, я же забыл стоп-стар сделать, блин, теперь... Как-то надо обрезать, что ли, или полностью выкладывать. Я уж не знаю. Назову просто день Нави. Спеках. Пеки. Оп-оп-оп. Скорость прокрутки 100. Ну все, все. У меня, блин, полетел нетбук. Он сам перезагружается из-за того, что... Обновы, 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 ладно. Как скажешь, друг, как скажешь. Да господи, где этот... Ай, ладно, комикс... Комик-санс будет, пускай. И какой вы хотите цвет? Я хочу зеленый лично, а вы? Да, всем спасибо за просмотр. Добавляйтесь, пожалуйста, в группу ВКонтакте на Ютубе. Сейчас уберу стрим с СК2ТВ. И кто хочет, оставайтесь. Да-да-да, я буду, конечно, здесь чат читать.
Все, если кому-то понравился мой стрим, то, пожалуйста, плюсики. Кому не понравилось, пишите почему. Но телевизор я пойму, если минус поставить, потому что у него лагало. Правда, это не от меня зависело, но ладно. Так, я уже сегодня 4 минусика свои получил. Так что я, можно сказать, план выполнил. Так, пока я чуть-чуть тут немного поднастрою и все позакрываю, все, что у меня тут есть, я поставлю вам музычку, если вы, конечно, не против. Все, а тем, кто не хочет оставаться, спасибо за просмотр, добавляйтесь в группу ВКонтакте, там я буду оповещать, когда еще стримы, почти закончился групповой этап, я думаю, завтра будет последний день, и уже начнем по полной программе стримить плей-офф. Правда, с теми же лагами, потому что GoTV не хочет нормально работать, увы. Так, ну а для вас Subread Doomsday Party.